Владимир Путин предложил кандидатуру на должность нового премьер-министра. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. ТАСС, по данным пресс-службы Кремля, пишет, что президент страны Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Уточняется, что российский лидер провел с ним рабочую встречу, на которой пригласил его на должность председателя правительства. Заручившись согласием, Владимир Путин внес его кандидатуру. Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу России с апреля 2010 года. Пока это все. На сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только. Всего доброго!